Кстати, надо придумать, все всегда молчат, ждут, пока подписчики наберутся. А нам надо что-то всегда говорить сразу. Всем привет нашим! Привет! О, прости, у меня друг. Перископе? Выходи, давай посмотрим. Всем привет, друзья! Друзья, привет всем нашим! Привет! Кстати, в первую очередь хочу сказать большое спасибо всем тем, кто в группе, просто вы прям нон-стопом в предложенных новостях, там такое количество мемов, картинок за Олега, прям, ну, круто, спасибо. Были красавцы, конечно, вообще. Мы сейчас как раз сидели, обсуждали то, что чувствуется поддержка, прям реально большая интернет-поддержка, и которая еще подтянется смотреть по ТВ, болеть, прям круто, спасибо вам большое. Прям вот делаю огромную ставку на вашу поддержку, потому что вижу, какое у вас количество. Количество друзей, количество подписчиков, количество родственников, которые появились еще откуда-то после моего участия в «Голосе». Шутки. В общем, очень большая аудитория обещает сегодня быть со мной, обещает голосовать за меня, поэтому, когда будет за моей спиной голосование зрителей, я просто буду стоять, молиться о том, чтобы это была правда, что все меня поддержат. Я думаю, сам не понимаю, что я не супер певец, как они. Я все это понимаю. Только. Сейчас сказал. Ну, что я понимаю, что я не такой. Не самый лучший певец. Не самый лучший певец. Да. Но я считаю, что во мне есть то, что нету в других, например, да? Поэтому я Дневник думаю. Хача. Поэтому я думаю, что я так далеко и прошел. А сегодня. А что в тебе есть? Все наши подписчики Дневника Хача, подписчики Голоса, просто покажут и докажут, что. Интернет-аудитория рулит, реально рулит. Вот сейчас реально сейчас битва ТВ и интернета, по сути. Потому что объективно я понимаю, что все сейчас будет решаться голосованием. Там же еще судьи раздают какой-то процент. Да, участие. Судьи после... То есть голосование будет именно во время эфира, во время нашего выступления нашей тройки. Да. Вот, свой процент даст наставник. Каждому из участников. Каждому. Кому-то 50, кому-то 20, кому-то 30. Кому-то 30, да. Вот, так... Я вам сразу хочу сказать, что готовьтесь к худшему. Да. Потому что всякое может быть. И смс-ки только могут решить. В общем, что еще могу сказать? Я с Олегом здесь сижу уже час. Он очень сильно волнуется. Это волнение передается. Атмосфера в машине очень такая прям висит. Волнительная. Напряженная. Напряженная, да. Его колбасит. Он вообще не шутит. Вообще не шутит. Причем я уже заметил не в первый раз, что когда он волнуется, у него отрубается функция шутки. Полностью. Вот смотрите, сейчас проверим. Пошути. Друзья. Не работает. Олег, пошути. Бесполезно. Ожиди. Ожиди. А ты сам ожиди. Ой, что еще? Сколько нам еще ждать-то? Нам осталось ждать. Короче, у нас 21.30 начало. Да. 21.30 начало. А я в первой тройке. Да, то есть практически сразу. Практически сразу, как включите, будете уже меня поддерживать. Майами выиграет за счет Амирана, дай бог. Да какая разница за счет кого? Дай главная бог, победа. Чтобы... А самое главное, покажи, Олег. Что? Директора кафе. Директор, смотрите, кафе он в ней здесь будет выступать, подтянище. Да, вот в этой майке будет выступать. Все для вас, родные, все для вас. Кстати, пропустили, блядь. Охуенно, блядь, вообще. Кто такое делал? Вы вообще в истории блогеров и в интернете видели такое? Ну реально же круто, вообще прикольно. Что не сделаешь ради наших подписчиков? Чпуньк? Непонятно в голове, эта песня о тебе. Та-та-та-ри-та-ри-та. Чпуньк? Этой майке круто, да. Круто, круто. Если проиграешь и будешь говорить последнее слово, скажи главное, что я директор этого кафе. Кстати, будет смешно. Спой песню. А нельзя пока, дайте спеть эту песню. Это песня о тебе. Постоянно в голове. Не эта песня, он дурачится. А как ваш спрос с Амираном? В смысле? Спор. А, спор? Ну, посмотрим. Вот сейчас все и решится. Как наш спор. Кстати, что сейчас будет со спором, если я вдруг выиграю? Или проиграю? Ну, значит, победят те, кто ставил с моей стороны. А... Если проиграешь. А если выиграешь и дойдешь до финала, то победят твои, кто ставил на тебя. Кипр за директора. Во сколько начало? 21.30. Он в первой тройке выступает. Так что, как только начало будет, ждите. Он будет очень скоро. И...
Приоткрою небольшой секрет. Хотя это уже не секрет. Что? Потому что я буду спать в этой кепке. А что в этой кепке особенно? А что? Я правда не знаю. Просто не знаю. А, охуенная кепка. Да. Там же бомж нарисован. Да. Мы сейчас спросили 300 раз. Олег, ты уверен, что это не реклама? Я говорю, это аванс, не реклама. Смешно. А это кто? Не знаю. А что нам машут? Они меня узнали, наверное. Классно. Они, видимо, смотрят наш перископ. Он тут подъехал. Какие-то вообще странные люди. Мои друзья. Проезжают и машут твои руками. Я не знаю. У меня нет таких друзей. Все, спасибо. Я постараюсь еще включить перископ во время выступления. Я же буду там сидеть, поддерживать. Ребят, просьба, если я плохо выступлю, вы меня после... Если я плохо выступлю, не пройду, после эфира меня не гасите сразу, что я конченый певец и что все очень было плохо. Давайте завтра. Сегодня можете написать, что Олег, все было неплохо. Давай, если ты не... Ну, как бы отдашь мне телефон. В смысле? Просто отдашь, и мы поедем с тобой бухать. Тебе спишут там гадости, посмотри. В смысле? Это не мне пишут. Тебе. Не, твой не перископ тебе пишут. Человек, который написал сейчас гадость, ты вот нехороший человек. В рот тебе наши ноги. Ты ведешь себя как хач. Конченый, понимаешь? Просто. А у нас здесь только русские офицеры. Да. Да. Если ты плохо выступишь, то тебя ждет судьба, услышь его во тьме. Нет, плохо выступить и выступить. Это просто сам Паша Родни написал. Синит там хуярит. Ребят, давайте договоримся, что если я проиграю, вы не откажетесь от меня, как от директора кафе, и не захотите найти замену. Кстати, если он проиграет, вы больше его не увидите в дневнике хача. Знаешь, это самая лучшая перспектива вообще. Ты сейчас хорошо подумал? Давай их позовем к нам в машину. Кого? Не надо. Или кого звать ко мне в машину? Это Миша с Женей. Кто это? Это Миша с Женей. А, ладно. Ты что, не узнала, когда они подъехали? Ладно, ребят, все, обнял. Попозже попытаюсь еще раз выйти. Ребятки, всех люблю и жду 21:30. Давайте, счастливо.